Коллеги, добрый день. Добрый день. Рад вас приветствовать. Сейчас попробую сделать так, чтобы было вас видно, потому что меня слепит. Вот. Видимо, так и будет слепить, но я попробую как-то к вам приглядеться. Коллеги, не случайно говорю вам, коллеги, я бизнес-тренер, но мы вместе с вами создаем будущее. Более того, я работаю с бизнесменами, и я понимаю, что их тоже создали кто? Вы. И меня тоже создали вы. Вот знаете, есть такая цифра 80 на 20, да, принцип Парето. Еще говорят, что человек на 80% состоит из воды, да, знаете, на 20% из всего остального. На мой взгляд, это не самое главное для этих цифр. Самое главное в другом. Человек на 80% состоит из того, что в него вложили, когда? До школы. На 80% человек состоит из того, что в него вложили в детстве. Поэтому от вас зависит 80%, от школы 15%, от вуза 4%, от бизнес-тренера 1%. Я работаю с вашим продуктом и сам являюсь вашим продуктом, поэтому низкий вам поклон. Эта мысль уже звучала, будущее в ваших руках. И в этом смысле мы с вами, и вы прежде всего, умеете делать будущее. И в принципе я учусь, я очень часто встречаюсь и много работаю с коллегами-дошкольниками, я учусь у вас создавать будущее. И в этом смысле первый тезис, первый главный тезис. Мы будущее с вами создавать умеем. Но дальше возникает некоторая оговорка, с которой я хотел бы с вами поделиться, и где возникает ключевое проблемное поле. Точнее говорить, не умеем, а умели. Потому что смотрите, какая штука. Что значит подготовить или значило подготовить будущее поколение к жизни? Согласитесь, это означает передать. Что передать? Что мы с вами передаем нашим детям? Опыт, да? Ценности, культуру, нормы, правила жизни, модели поведения. Мы это все передаем детям. И в этом смысле нас, как педагогов, прежде всего зовут и вменяют нам как функцию вот этот главный процесс – передачу. Но когда передача возможна, когда она осмыслена? Тогда, когда наши дети, мы точно это знаем, будут жить как? Так же, как мы. Согласны с этим? Когда наши дети будут жить так же или почти так же, как мы. И в этом смысле мы умеем создавать будущее в медленном мире. В мире, где человеческие знания удваиваются за 1000 лет или за 100 лет. Вот когда это происходит, мы можем создавать будущее через передачу. Знаете, говорят так, на жизнь хватит. Да, мы должны в человека вложить знания, и эти знания он будет применять в течение жизни. Соответственно, когда мы живем в медленном мире, для нас начинают быть осмысленными вот эти 4 знакомые нами понятия. Всем же знакомые, всем родные, правда? Образование, передача образов, введение в человека в образ мира, передача ему образа этого мира, воспитание, напитывание человека смыслами, передача норм, формирование, привнесение содержания оригинального, уникального человека, придание ему формы из цивилизационных законов, формы из наших правил социального бытия, из правил профессионального роста и так далее. Нам всем знакомы эти понятия. И в этом смысле мы умеем создавать будущее человека в медленном мире. Вопрос в другом. Как создавать будущее сегодня? Сегодня, когда мир меняется значительно быстрее. Но сказать значительно быстрее, значит ничего не сказать.
Вот смотрите, какая штука. Я думаю, что мы с вами уже принадлежим тому поколению, которому фраза «на жизнь хватит» уже не что? Уже не подходит. Мне лично пришлось, как и многим из вас, как минимум дважды полностью менять мировоззренческую картину мира. Один раз при переходе из советской гарантированной социалистической жизни и социалистического мировоззрения в рыночное. Переходили, меняли. Жизнь же перевернулась полностью. Нам того, что вкладывали в дошкольном детстве, не хватило. Второй раз, когда появилась социальная реальность. Когда появилась цифровая реальность, когда мы в руках держим смартфоны, и мы начинаем жить одновременно в двух мирах. И тут, и там. Мы в жизни и в смартфоне. Одновременно живем. Две жизни, несколько жизней. Есть такое? Мы приходим в кафе, сначала спрашиваем, есть ли розетка и Wi-Fi, а потом спрашиваем, дайте меню, если есть розетка. Мы живем с тамагочи, мы живем иначе. И это не то мировоззрение, которое в нас выращивали в детстве. Нам говорили о том, что нужно становиться единой, цельной, гармонично развитой личностью. Но когда мы живем в онлайне, у нас уже несколько личностей. Вы здесь сейчас сидите, слушаете меня, но одновременно у вас в WhatsApp с вами общаются, в социальных сетях обсуждают ваши фотографии и так далее. Есть такое? И в этом смысле, и еще вопрос, какая реальность важнее. Нет, ну и вы посмотрите в телефон, потому что там важнее, потому что там иногда судьбоноснее. В этом смысле мы с вами уже то поколение, кто один или два раза сменили картину мира. По прогнозам социологов, наши дети будут менять такую картину 30-40 раз за жизнь. А то и менять картину мира каждый год, каждый месяц, каждые две недели. Как вам этот рисунок? И что значит тогда создавать будущее, если на жизнь что? Точно не хватит. Что делать, если не передавать? Несколько фактов о том. Так, говорили мне, без презентажки ты аркашка. Все включилось. Вот давайте с вами представим, что такое высокая скорость. Мне кажется, мы иногда не совсем себе представляем, что такое высокая скорость изменений. Вот смотрите. Так, теперь совсем быстро листается. Назад, я сказал. Во. Смотрите, какая штука. Что такое скорость сегодня? Давайте обсудим несколько фактов очень быстро. Дэйв Эйвенс, один из аналитиков современности, говорит, что если взять все открытия, которые сделаны за последние 20 лет, они превысят открытия, которые сделаны за предыдущие 8000 лет. Как вам такая скорость? То есть скорость создания науки увеличилась во сколько? В 2000 раз. Та же история, только на другом графике. Видите первый столбик, 0,16. Здесь приведем объем мировой информации в огромной величине в зетабайтах. Зетабайт – это 1 байт информации, умноженный или возведенный в 21 степень. Так вот, 0,16 – это все знания, полученные человечеством за всю предыдущую историю до 2006 года. 16 в 100 раз больше, да? Или в 10 раз больше, да? Видите? Вот. У меня плохо с математикой. Вот. Это знания, созданные за 10 лет. И 163 – это знания, которые, по прогнозам футурологов, будут созданы в следующее десятилетие. Как вам эта история? Что передавать, скажите? Имеет ли смысл передавать?
мы передавали то, что в первом столбике. Дальше идем. В этом смысле еще один факт, о котором говорится, у нас через уже 30 лет с вами будут в карманах девайсы, каждый из которых может делать в секунду ту же самую операцию, которую за эту секунду будет делать все человечество. Можете представить, как возрастет мощность вычислительной техники, мощность вот этого цифрового интеллекта. Давайте еще задумаемся над одной цифрой. Вот мы с вами сейчас мучаемся над вопросом, давать детям гаджеты или не давать. Есть такое? Давать им играть в телефоны или не давать им играть в телефоны. Сегодня человек контактирует с электронными гаджетами порядка 600 раз в день. 600 раз в день. Вот. Через 7 лет, по прогнозам ученых, человек будет контактировать с гаджетами около 5000 раз в день или каждые 18 секунд. Более того, из той информации, которая будет в гаджетах, как минимум 20% этой информации будет критически важной. Понятно, о чем речь? То есть как минимум 1000 сообщений, получаемых нами с гаджетов, будут критически важны для деятельности. Тогда какой объем информации, сколько мы должны с вами обнять, сколько должен переварить нас тот самый дошкольник, к чему мы должны ему готовить, если это будет так. Соответственно, коллеги, уже через несколько лет, через 5-7, по сути уже сегодня, мир становится более быстрым. Согласны? Мир становится более технологичным. Мир становится бесконечно вариативным, разнообразным. Мы не можем больше развиваться по одной линии. Ну, вы видели, сколько информации будет на нас тянуться, сколько информации будет скапливаться, сколько информации мы должны будем переварить. В этом смысле мир будет представлять из себя ризому бесконечного количества вариантов, в которые что нужно делать человеку? Ориентироваться. В этом ключевая смена парадигмы. Раньше мы учили ребенка двигаться вперед. Есть такое представление, да? Двигайся вперед по жизни, по карьере и так далее. Сегодня главной компетенцией, главным, что мы должны дать ребенку, будет другая совершенно история. Не история движения вперед, не история постановки целей и их реализации, а история, связанная с ориентировкой в пространстве. История с быстрой обработкой бешеного количества информации. И есть еще одна новость. Смотрите, как реагирует мир на вот это бешеное ускорение, как реагирует мир на технологический прогресс. Я думаю, вы встречались с таким феноменом, ну давайте вот проверьте себя, что сегодня детей очень трудно на что-то уговорить. Дети, которые сейчас к нам приходят, они знают, что делать. Более того, они знают не только, что вам делать, они знают еще, точнее, они знают не только, что им делать, они знают еще, что вам делать. Есть такое? Вот. Если раньше предыдущее поколение детей приходило к нам и говорило, нам скучно, организуйте нас, нам скучно, то сегодняшним детям не скучно. Сегодняшние дети знают, как проводить эту жизнь интересно. Наша задача в том, чтобы этот интерес поддержать. И это несколько иной процесс, чем тот, который мы привыкли делать с детьми, когда мы говорили, вот это надо делать, терпите, делайте и риски потом. Награды потом, велосипеды потом, яблочки потом, сделайте хорошо, мы проверим. Есть такое? Сегодня дети отказываются делать то, где награда будет потом. Они хотят жить насыщенно, интересно, вкусно здесь и сейчас. Вопрос, стоит ли их в этом
переубеждать, стоит ли этот тренд перебарывать, перемалывать? Мой ответ – нет. Потому что вот в этом моменте является кардинальный слом, кардинальный переход к новой социальной модели жизни. Жизнь не целевая, где человек имеет цель. А что такое цель? Цель – это счастье, отложенное на потом. Согласны с этим? Когда мы говорим, нас так воспитали, что нужно хорошо трудиться, работать, заниматься, делать свой труд, неважно, интересен тебе или нет, чтобы потом в отпуске или потом на пенсии делать то, что тебе интересно. Знакомая парадигма? Знакомый момент? Сегодня мы входим в другой век, когда дети говорят, не хотим заниматься отчужденным трудом, не хотим заниматься трудом, который не интересен. Мы хотим заниматься только тем трудом, который имеет смысл, который имеет вкус здесь и теперь. И это главный и центральный момент в смене образа детства и в той интенции будущего, которую, на мой взгляд, мы имеем сейчас возможность, и я бы даже сказал, необходимость поддержать. В связи с этим, коллеги, что радикально меняется? Еще один аспект, который бы я хотел подчеркнуть, обсуждая образ детства, кроме вот этого иной модели целеполагания, это изменение места образования в жизни. Смотрите. Сначала, помните, мы говорили, была эпоха образования в начале жизни, мы говорили, на жизнь хватит. Да? Дошколка, школа, вуз, 20 лет учишься, потом живешь. Правильно? Потом возникла идея непрерывного образования в форме повышения квалификации. Помните, раз в 5 лет надо ездить, повышать квалификацию. Третья эпоха образования, мы в ней живем сейчас, это эпоха образования без отрыва от производства. Это образование в виде семинаров, тренингов, конференций, форумов, например, да, в котором мы сейчас участвуем. Да? Узнается? То есть смотрите, какая штука. И это образование вот, в бизнесах, в компаниях, которые работают, рекомендуют, чтобы каждый сотрудник как минимум раз в полгода где-то учился, потому что не хватает. Но мы переходим с вами к образованию, где или к модели жизни, где нужно будет учиться каждый день. Но это логично. Помните, вот та скорость изменений. Как по-другому эту скорость изменений перемолоть? Соответственно, второе, к чему мы должны готовить наших детей, к чему мы можем готовить наших детей, это к истории про обучение каждый день. Обучение каждый день со вкусом, с любовью к этому делу. Соответственно, что мы можем сделать для этого уже сейчас? Интересно? Вот. Что, на мой взгляд, кардинально важно с точки зрения подготовки человека вот к этому новому будущему, к этой новой жизни? И в этом смысле, что важно для того, чтобы мы с вами создали это будущее? Я назову 7 главных китов, которые видятся мне, исходя из того, как я работаю сегодня с бизнес-компаниями, и из того, чтобы, ну, что с высоты работы с бизнесом видно, какие компетенции нужны, чтобы человек в современных компаниях и в компаниях, которые будут развиваться завтра, был хорош, красив, эффективен, счастлив и успешен. Какие это киты? Первое. Мы должны учить ребенка жить в разных пространствах. Жить в пространствах по-разному устроенных, с разными законами. Мы должны учить ребенка считывать эти законы и принимать жизнь в этих законах. В этом смысле погружение в разные среды, погружение в разные пространства, живущие по разным правилам, становится первым и необходимым моментом дошкольного образования.
Я здесь имею в виду, конечно же, не то, что нужно ездить по разным странам. Мы в помещении одного детского сада можем устраивать разные пространства, живущие по разным законам, которые ребенок должен считывать и стараться соблюсти, и потом рефлексировать. Навык вхождения и выхождения в разные пространства – это ключевая компетенция человека будущего. Вторая история – обучение выбору. На сегодняшний день мы с вами вошли в новый тип экономики. Экономика профицитная, где товаров всегда не меньше, а многократно больше, чем спроса. В этом смысле человек живет в ситуации, где очень много товаров, где очень много вариантов жизни, где очень много вариантов удовольствия, где очень много вариантов и траекторий собственного пути. Ключевой момент, ключевая способность, которая позволяет жить эффективно, это способность выбора. Не способность исполнения реализации, а способность изначального выбора и осознания основания этого выбора. Это вторая ключевая компетенция. И согласитесь, это то, чему можно учить с малых лет. Да? Вот два яблока, какое выберешь, почему? Вот, а теперь пять яблок, какое выберешь, почему? А теперь яблоки, бананы, виноград, что выберешь, почему? Ну и так далее. Вот начиная с этих элементарных моментов, мы начинаем учить выбору. Да, мы это делаем. Сегодня очень важно осознавать и выпуклять эту компетенцию как центральную для эффективности в будущем. Третья история. No comment, я думаю, да, иностранные языки. Сегодня человек, если раньше ребенок рождался в городе, во дворе, в семье, то сегодня он сразу рождается где? В мире. Он сразу рождается в глобальной среде, где есть множество языков, множество контрагентов, говорящих на разных языках, живущих в разных культурах. Соответственно, изучение иностранных языков становится гигиеническим уровнем дошкольного образования. Оно смещается со школы в раннее детство. Четвертая история. Коллеги, моя любимая тема – это любовь к ошибкам. Смотрите, какая штука. Мы с вами принадлежим к огромному числу поколений, которые воспитаны в идеологии перфекционизма. Согласны? Мы считаем, что ошибаться – это плохо и нужно делать правильно. Если мы не сделаем правильно, пятерки не будет, велосипеда не будет. Ну, согласны с этим? Да, как бы? И даже когда мы, вот очень много работаю со школьниками, когда мы входим в ситуацию безоценочности, и вроде как мы стараемся не говорить хорошо или плохо, ребенок по нашим эмоциям считывает, довольны мы или недовольны, и он всегда понимает, что он ошибкой нас расстроил. Так вот, коллеги, штука в чем? Мы входим в мир, в котором ошибка является главным способом жизни. Потому что многие технологии, или тотально все технологии, они будут и осваиваться, развиваться каким образом? Методом проб и ошибок, методом тыкания. Соответственно, сегодня тот, кто смелее ошибается, тот, кто делает больше действий, больше ошибок, тот становится более компетентным, тот быстрее накапливает экспертность каждой новой технологии. Соответственно, сегодня ошибка должна быть не досадной необходимостью, а ключевым способом жизни. Пробуй, ошибайся, пробуй, ошибайся. Это ключевая история, которая ведет тебя к успеху. К успеху ведет неправильное действие, к успеху ведет именно опыт ошибок. И вот тут, коллеги, какой момент? Что мы с вами видим? Если мы внимательно посмотрим на окружающую среду, то сегодня есть только один инструмент, к сожалению, который готовит детей к жажде ошибок, к любви к ошибкам. Единственный инструмент какой?
И вы удивитесь, это компьютерная игра. Вот почему дети стремятся играть в компьютеры. Потому что именно компьютерная игра позволяет ребенку получить опыт, где за ошибку что он получает? Опыт и предложение пройти еще раз. Знаете же это, да? Тебя в игре убили, потому что ты залез не туда, потому что ты ошибся. И после этого ты что получаешь? Предложение пройти еще раз. Вот именно компьютерные игры сегодня, поэтому дети к ним и тянутся так же, как мы когда-то тянулись во дворы. Именно компьютерные игры сегодня формируют ключевые компетенции будущего. Опыт не бояться ошибок, опыт тыкаться во все места для того, чтобы получить знания, несмотря на то, сколько ошибок бы ты ни сделал. В чем ключевой вызов нам, дошкольникам? И здесь я вместе с вами, я работаю над этим, у нас есть несколько экспериментальных групп с ассоциацией Монтессори. Когда дети начнут меньше играть в компьютере? Только в один прекрасном моменте. В одном прекрасном моменте. Если мы с вами предложим технологии, институции, которые кроме компьютерных игр будут давать ту же компетенцию. Компетенцию любви к ошибкам. Жажду, которая будет формировать жажду, тягу совершать ошибки. Еще раз говорю, любовь к ошибкам – ключевая компетенция будущего. Следующая история. Следующая история. Я думал, я так и буду сидеть на любимых ошибках. Следующая вещь, пятая компетенция – практика работы с абсурдом. Что очень важно, технологии меняются настолько быстро, что каждая новая технология может казаться нам чем? Абсурдом и несчастьем, вообще абсолютной ерундой по сравнению к той технологии, к которой мы только что привыкли. Согласитесь, рынок нам казался абсурдным. Цифровые технологии, когда начали внедряться, нам казались абсурдными, ненужными и долго неживущими и так далее. Все новое будет абсурдным. Особая ключевая компетенция – уметь встречать новое, абсурдное и разглядывать в этом абсурдном рациональное. Тот опыт, который мы можем закладывать в детях, начиная с раннего детства. Шестая компетенция – шестая компетенция – обучение работе со страхами. Мир очень вариативен, а следовательно очень опасен, потому что неопределен, неизвестен, и все знать я не могу. Соответственно, очень важно научить ребенка работать со страхом. Работа со страхом очень простая. Я должен определить свой страх и уменьшить его, а сам возвыситься над ним. Вот эта работа с уменьшением страха и возвышением над страхом – шестая базовая компетенция. И, наконец, седьмая история, которая объемлет все предыдущие шесть, это обучение ребенку действовать из интереса, находить в любой задаче, в любой поставленной перед ними цели, в любом даже нудном рутинном действии находить интересное для себя и только после этого действовать. Соответственно, коллеги, вот семь ключевых китов, которые позволят нам создать человека будущего. Обучение в мультисреде, обучение выбору, иностранные языки, любовь к ошибкам, работа со страхами, работа с абсурдом и действие с интересом. Как вы думаете, нам по силам это сделать? Думаю, да. Спасибо, коллеги, у меня все.